Здорово, друзья, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Саня, у нас 22-я ферма, карта Cow's Damn Farm Edit, то есть переделанная, скинули мне вчера эту карту, один человек хороший скинул, попросил посмотреть ее, что он тут сделал, посмотреть косяки и так далее. Читаю, что изменено, переделана основная база, все ангары увеличены, местность немного перелопачена, силосная башня перенесена, поля немного возле базы переделаны. Кое-где на воротах убраны коллизии для улучшения играбельности. Так, коровник увеличены, ангары немного переделаны, местность. БГА. Переделана местность и ангар. Добавлены силосные ямы. Недалеко от БГА сделана площадка под производственные здания. До БГА проложил асфальтовую дорогу. Немного переделал курятник, конюшня, овчарник. Добавил ворота на свинарник. Сделал проезд на скрытое поле возле конюшни. Изменена стартовая техника. Исправлены разные косяки на карте. Немного произведена оптимизация. Если есть время, протестирую карту. Не так это уже. Дальше вам не обязательно читать. Нам читать. Поехали. Так. Если честно, ну тут, по-моему, ничего не изменено. Мы сразу пойдем... Пойдем, а вот мы сюда пойдем. Сразу смотреть эти. О. Он это открыл. Калитки. Нет, не открыл. Или тут она была открыта. Ну ладно, не суть. Данный товарищ хочет выложить карту в общий доступ. Но пока он меня попросил поискать всякие косяки, там недоотчеты. Ой, блядь, недоработки, что-то я аж выдохся. Так вот. Когда будет готово все, она будет. Так. Здесь вот у нас калитка появилась. Калитка у нас открывает проезд вот сюда к овечьему пастбищу. Это у нас, получается, кормушки для овец, да? Тут у нас дальше проходим. Тут у нас водичкой заполняться. Пёсель у нас сюда переехал. Убрана отсюда всякая ненужная шелупонь, которая здесь была. Добавлена такая всякая техника. Рохва стоит всякие. Так, я понимаю, или нельзя. Вот тут, я так понимаю, теперь у нас будут складироваться яйца куриные. Раньше у нас заезд был вот здесь, с этой стороны. Его закрыли, сделали вот здесь. Просто открываешь и подъезжаешь вот сюда, сыпешь хавчик куром. Идем дальше. Здорово, песель. Давайте покормим. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Портуемся вот сюда. Тут у нас небольшие изменения. Тут у нас теперь силосная яма. Ой, силосная яма. Элеватор зерновой. Перекочевал он, я так понимаю, вот отсюда. Раньше он был здесь. Ангар этот, кстати, увеличен. Я так понял. Но небольшой косяк есть, когда я уже все эти косяки написал. Сказал, что и где есть. Ворота закрыты. Ворота закрыты. Столб. А если вторую закрыть? Я вчера, когда смотрел... Это что за прикол такой? Вот это прикол. Ладно. Косяк сам по себе пропал. Короче... Не мог пройти через эту дверь маленькую. Здесь вот у нас так облагорожены, добавлены деревья, кустики. Стало намного красивей. Поля так и остались нетронутые эти. Тут у нас техника. Вот здесь вот тоже деревья добавлены. Как-то атмосфернее теперь смотрится, а то все голое было. Всякая декорация, камушки, заправка у нас переносена вот сюда. Тут у нас теперь есть заезд, чтобы нам в объезд не кататься.
Открываем калитку и... Опа! И опа! Тут косяк с коллизией забора. Это уже все автор знает. Так. Дальше. Площадку здесь такая, можно ставить технику какую-нибудь. Вот здесь вот можно что-нибудь поставить. Так. Тут у нас без изменений. Залетим в ангар сюда. О. Керхер стоит, чтобы технику мыть здесь. Так, у меня запись вообще идет? Запись идет. Сегодня стрим должен быть. Возможно, он будет перед этим видео. Если это видео выйдет сегодня, то стрима, значит, не было. Так. Техника, которая у нас... У нас теперь три трактора. Дойц, классовский и Фенд. Все они, я так понял, из серии средних, да? Комбайн остался... А, комбайн на больше стал у нас. Так, ну это был прицеп, по-моему... Прицеп, по-моему, другой. Жатка, мульчер у нас появился, культиватор, чизель, сеялка, сажалка, каток, опрыскиватель, распределитель, сенокосилка, сеноворошилка, волковая жатка, грузовой прицеп, тюковщик, тюкопогрузчик. Так, миксер для животных. Это у нас... Что подстилку делать? Это у нас для воды. Это у нас для воды. Это для всякой херни там. Для животных, чтобы возить. Заравниватели. Так. Прессование бункера. Ну, это понятный каток. Погрузчик. Это для погрузчиков. Прицеп для сжатки. Противовес. Зимнее оборудование. И разные. Это у нас... Это возить всякие поддоны и так далее. Вот так вот. Отсюда тоже из ангара убрано лишнее. Радио играет, а я даже вчера, когда смотрел, не услышал. This is a classic from London. One of the original girl bands from the 90s. This is All Saints with Pure Shores. Но с кулером проблема так и осталась. Я думаю, тоже его надо убрать. Идем дальше. Мы летим вот сюда. Вот эти вот ангары увеличенные. Аж прям видно, они насколько стали шире. Теперь сюда можно побольше техники поставить. Или же в моем случае побольше этих закидать. Тюков. Так. Тут у нас тоже то же самое. Вот здесь вот. Тоже изменен ангар. Вот такой вот красивый сделан. Здесь у нас автор подготовил тюки, чтобы кормить коров. Это большой плюс, благодарочка от меня. Тут у нас тоже ангар. Кстати, я им почему-то ни разу не пользовался. Сюда, в принципе, можно какую-нибудь мелкую шелупонь или же маленьким погрузчиком тюки сюда закатывать. Но да ладно. Идем дальше. Тут посмотрели. Так. Идем смотреть. БГА. БГА тоже вот у нас теперь выглядит намного красивее. Всякие растения там житы. Ну ты понял. Короче, стало красиво. И... Я не... Что-то, кстати, как-то я это... Того... Не помню, что в оригинале карте. Вот здесь вот надо будет посмотреть. Тут у нас тоже имеется... 6-12 тюков с силосом, да? Автор тоже подготовил, чтобы немного на начальном этапе денег заработать. Так вот. Вот здесь два таких силосных бурта огромных теперь у нас имеется. Можно силосы закидать сюда, сколько тебе влезет. Все по красоте.
идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Свинка. Погрузчик Ламборджини. Так вот, мне кажется, что у него колесики не так должны быть, а они где-то вот здесь вот. Ну, да ладно, это мелочи, это декор. БГА, welcome to БГА. Благодарствую. Так. Здесь дорога появилась, и здесь она вот так вот была. Так. Так. Вот она, асфальтовая дорога, про которую автор написал, что он до БГА ведет. Это очень хорошо. И вот у нас здесь площадка для всяких производств, которые нравится поставить. И облагородить их можно будет, и так далее. Очень большая площадка. Поле это, вот это вот, оно само по себе большое. То есть, есть еще место там на поле, чтобы распахать новое поле. На поле, чтобы поле и так далее. Вот. Вот здесь вот можно распахать новое поле, и как раз сюда за... засеять кукурузу для силоса. И вот здесь всякие вот производства поставить. Конечно, с ПДА разобраться надо будет, чтобы здесь было нарисовано, как оно есть. Но так как здесь карта реальной местности, я думаю, это будет сложновато. Либо делать ее как игровую, ну, как она стандартно идет от игры, либо оставлять так. Так что как-то вот так. Что еще? Что еще? Давай-ка прокатимся. Так, а я же, у меня же руль подходит там. Так. Прокатимся мы с тобой до... Так, а я, кстати, не посмотрел, у нас что-нибудь имеется в... У нас ничего не имеется. У нас ничего не имеется. А солому где у нас хранить? Где у нас солома хранится? Запорная вышка. Коровник мы не посмотрели. Коровники. Вот у нас тут тюки для подстилки, тоже для коров. Автор над этим потрудился. И здесь у нас 15, так, 11 тюков. Для подстилки коров. Дальше. Перепрыгни, пожалуйста. Сделал автору такую площадку, я так понимаю, чтобы поставить расширение для твердого навоза. Вот так вот у нас дальше. Ну, поехали тогда. Я хочу проехаться до БГА по этой вот асфальтовой дороге, про которую сказал автор. Там еще в одном месте столб летает, но это ничего такого. Очень, кстати, мне понравилась вот эта переделка. Намного она... Ну, места стало больше, и разнообразие можно теперь как-то... Так. Это вот про эту дорогу. По-моему, в оригинале вот этой дороги нету. Которая вот сюда налево идет. Поехали по ней. Мне кажется, это она и есть. Прямо по прямой до БГА.
карта сама по себе атмосферная, а сейчас она стала еще атмосферней вот с этими вот всей растительностью, удобствами. Теперь бы как-нибудь перейти на нее. Ой, да, вот эта дорога к БГА. Перенести все, что у меня на той карте стандартной. Конечно, терять это все не хочется и по новой все это начинать. В принципе, по новой можно начать. Тут много всего. Вот у нас и БГА. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Как автор эту карту закончит и захочет выложить в общий доступ, вы об этом узнаете. Я так понимаю, он будет на СТ-модсе. Может быть, еще на каком-нибудь сайте. Возможно, даже и на модхабе. А на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, друзья. Всем пока.